Ну, ценность в том, что для меня лично ценность в том, что там есть среда, которая поддерживает, потому что очень легко слететь, какой бы вы алгоритм ни имели, если вокруг нету людей, единомышленников, которые тебя в этом поддерживают. Я просто вот Тоня рассказала, чем вы занимаетесь, это так круто, потому что это очень важно. Среда, в которой мы занимаемся тем, чем занимается, очень важна. Ну, чисто банально, если мы возьмем зернышко чего-то и кинем на камень, оно не прорастет. Потому что, чтобы зернышко проросло, ему нужно попасть в почву, которая ему подходит, согласитесь. Еще не каждое зерно не в каждой почве прорастет. Как-то ему там набухнуть, как-то ему там набраться сил. И только и так как-то его нужно поливать, какие-то погодные условия должны. И только тогда оно прорастет и проявится во всей своей силе. Точно тоже с людьми. Абсолютно точно, точно тоже. Только в определенной среде нам нужно сначала напитаться, девочки. Вот сначала напитаться, это означает очень много брать. Просто много брать. У нас тотально стоит запрет на брать. Поэтому сначала мы очень много берем, но должна быть безопасная, комфортная среда. Вот Ирина помыла в такой среде, через 2 недели у нее исполнилось желание, понимаете? Это про это же. Поэтому, ну, чисто у меня в клубе такая среда, где я вообще наполняюсь, и там идти в мир и как-то самой проявляться и что-то людям давать. Поэтому про ценность, ценность это среда, да. Ну, вы потихоньку такой.